Вырастить качественный и обильный урожай на огороде – задача непростая. На это влияет множество факторов, среди которых и погодные условия, и своевременная высадка, и правильный уход. Помочь рассаде вырасти крепкой и здоровой можно с помощью натуральных подкормок. В сегодняшнем видео мы расскажем о пользе удобрения на основе обыкновенного пшена и способе его приготовления. Как и многие крупы, такие как овсянка, гречка и рис, пшено способно крайне благотворно влиять на наши растения. Все дело в его богатом химическом составе. Пшено содержит витамины группы В, Е, К, кальций, железо, фосфор, магний, калий, натрий, цинк, медь, селен, марганец. Благодаря этим ценным элементам пшено ускоряет созревание урожая, улучшает внешний вид и вкусовые качества плодов, повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, помогает правильно расти и развиваться, обогащает почву и укрепляет стебли. Удобрение на основе данной крупы безопасно для растений, животных и человека, а его приготовление не требует много времени и сил. 1 килограмм пшена заливаем 5 литрами воды и оставляем настаиваться на пару дней. По истечении указанного времени жидкость процеживаем и используем для полива рассадой, предварительно разбавив ее чистой водой в пропорции 2 к 1. Оставшимся пшеном удобряем грядки на огороде. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.